Ну что ж, дорогие друзья, уже активно сейчас в последние дни эксплуатируется автобусный маршрут номер Т-60, который следует по трассе 60-го троллейбусного маршрута. Вот мы сейчас с вами давайте и проедемся. Такой весьма пасмурный вечер. Можно встретить в том числе такие новые автобусы-гармошки модели ЛИАЗ-6213-65. Следующая остановка – школа-интернат номер 17. Школа-интернат номер 17. Следующая остановка – улица Намёркина. Уважаемые пассажиры, во избежание травм, держитесь за поручни. Ну и также можно встретить более старшие по возрасту автобусы гармошки ЛИАЗ-6213-22.
так вот, к сожалению, постепенно троллейбусная сеть на юго-западе Москвы переводится на автобусы. На самом деле очень сомнительная необходимость спускать гармошки по выходным дням на подобные маршруты.